Представители Всероссийского хорового общества выступили с неожиданным заявлением. Россияне запели. Статистика показала, модным стало заниматься музыкой, вокалом. Люди записываются в хоры. Объяснили такой всплеск активности просто. Поющие вместе не замыкаются в своих бытовых проблемах, а находят время и для творческого отдыха. Елена Горшенина изучила вопрос. Пять человек на место, и это конкурс не в телевизионное шоу или престижный вуз, а в хор, причем в хор физиков. По популярности музыкальный коллектив Санкт-Петербургского электротехнического университета идет вровень с командой КВН. Только без шуток, свою любовь к песне на сцене доказывает почти 50 человек. Одному ведь все-таки страшно петь, а если ты понимаешь, что ты в коллективе, где еще стоят 40 человек и тоже поет... Уверенность, сила, и человек запевает. Еще 8 лет назад Андрей Бочков был далек от пения. Его призвание – начертательная геометрия, а хор в его жизнь ворвался случайно. Больной товарищ его попросил заменить, и Андрей пришел на репетицию. Теперь он читает лекции в другом вузе, но дважды в неделю бежит на спевки в ЛТИ. Говорю, что мне понедельник-четверг не занимать занятиями, поэтому ставлю просто условия. Поэтому так и успеваю. Пение, считают хористы, открывает им новые горизонты. Например, можно начать сольную карьеру и победить на Евровидении. Поете ли в душе, застолье, там еще? Обязательно в душе, как же. У нас отличные души в общаге, они хорошей акустикой, на весь этаж слышно. И что такого случилось в атмосфере, ученые точно сказать не могут, но в этом году Россия внезапно запела. И застолье здесь точно ни при чем. Количество хоров увеличилось на 20%, и желающих выучить. Учить ноты с каждым днем все больше. Психологов это явление радует. Россияне, говорят, прекратили думать только о хлебе насущном. Начинают заботиться о душе. Каждый человек стремится к какому-то самовыражению. Но в данном случае самовыражение в искусстве, да? Вот в определенном пении. Помимо этого, каждый человек хочет уйти от обыденности, вот от этой рутинности. Извините, создать себе какой-то праздник. А во Всероссийском хоровом обществе данные статистиков называют настоящим триумфом. Еще никогда даже в царской России не было столько хоров. Более 5000 коллективов. Вот красота страны. Вот что такое культура. Вот что такое настоящее... Искренняя, внутренняя красота человека, она раскрывается в этом пении. В его репертуаре десятки народных песен. Хор имени Пятницкого, без всякого сомнения, можно назвать достоянием России. И любовь к своей стране здесь в каждом движении, в каждом звуке. Иначе, считает художественный руководитель, не будет настоящей народной песни. И мода на хоровое пение ее очень радует. Возможно, именно это, говорит Александр Пермякова, поможет возрождению патриотизма. Хотя бы современный зритель пусть привыкнет к звучанию хора, а не к звучанию пьяной компании, которые кроме как, я не знаю, «Ой, мороз, мороз, не морозь меня» и никаких-то песен не знают. Впрочем, подобные песни входят в обязательный репертуар почти всех хоров. Именно там и можно научиться исполнять их профессионально, так что участники застолья точно заслушаются.